Вам понравилась манера чтения стихов? Да. Будете учить стихи в следующий раз? Вы знаете, ребят, нет, может быть, это сейчас вам, возможно, это смешно, но в какое-то время, когда подойдет возраст, почему-то люди, когда становятся старше, их всегда тянет к поэзии, к песням, кого-то там к народным там, промыслам, песням, чтениям и так далее, да? Кого-то еще на что-то тянет. Но факт то, что это никогда не будет для вас лишним. Интеллигентный, интеллектуально развитый человек сейчас, современный человек, я думаю,